Дима, только отстань. Не мешай мне. Дима, отстань. Это ты? Плакин, беги. Да. Он не добегает. Зря. Надо было дверь не открывать, надо было дальше бежать. Блин. Ей, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Васаби, Скромник, Нига, Ипи, Гусанёк, Данила, Бульбазавр, Чебузаврик. Пацаны, поздоровайтесь. Привет. Здорово. Привет. Все уже поняли с названия ролика, что у нас сегодня прятки, и мы скачали очень классную школу, называется «Русская школа». Если опять уж тебе рад аппетита, а у нас прятки в классной новой школе. Погнали. О, тут, короче, стоит Мерседес директора. Здесь так, отлично, 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 давайте сюда сходим. О, я слышу, я кого-то слышу. Пацаны, вы зря палитесь, я же вас найду всех и помочу. Офигенно сделано. Так, тут даже написано «правовой уголок». Символика нашей родины, нормативно-правовые документы. Это гордое слово «победа». Так, что у нас тут-то? А тут, пацаны, есть подвал в школе, вы не проверяли? А ну, сейчас. Да, он должен быть. Есть, да? Хорошо. Нет, подвала здесь нет. Блин, тут такой этаж есть темный, вообще здесь нифига не видно. Это заброшенный. А, он не рабочий, типа? Да. Ой, прикол, прикол. Зря, пацаны, вы стреляете, зря. Ну вы психи. Вот я слышу вас. Отлично. Рядом со мной. Вот так. Отлично. Я немножечко побег что-то спалил. Побег из саратовской школы. Да-да-да-да. Это ты точно сказал. Ребята, пацаны, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Старайтесь снять очень прикольные рольтосики. Пацаны, для всех, кто прячется, так. Даю вам совет. Вы можете заспавнить проб и управлять им, чтобы смотреть, где Димас. Я вот сейчас летаю. Точно, я вспомню. Вот я вижу капхеда. За капхедом кто-то бежит. Ну как кто-то? Это я бегу. Я убийца же. Димас, ты меня видишь? Я вот, череп. О, да-да-да. Дима, только не мешай мне. Дима, отстань. Это ты? Плакин, беги. Да. Он не добегает. Зря. Надо было дверь не открывать, надо было дальше бежать. Привет, Димас. Дурашка. Ну блин, знаете, ножичка подкосячил, да? Какие конченые двери просто. Надо было, как когда играя в Гаррис Мод, кто-то бежит, подбегаешь, ну, бежишь и в это время открываешь двери на бегу. А потом делаешь круг и возвращаешься в двери. Понял, как надо было? Тут обманочка. Дверь, что сразу это, да. Так, а что у нас тут-то? О, сюда тоже, кстати, можно. Я сейчас там, где ты. Вот летаю. Да, ребята, я вас буду тоже искать. А он, ты знаешь, где они? Давай вместе искать их, ты где? Ты? Да, я. Уйди отсюда. Пацаны боятся, да, проиграть? А мы всех замочим. Так, поднимаемся еще раз. Димас, ты где? Я на третьем этаже. На третьем? Да, на третьем жду тебя. И там, где все подписано. Так, тут у нас что написано? Гражданское право, да? Ну, прям прикольно, все подписано. Давайте сюда зайдем. Все-таки кто-то может где-то ныкается же, но мы найдем. Ну, да. О, там аниматроник уже ходит. За тобой сковородка летает. Так, эй, чебупельчик, не мешай мне. Я буду мешать. Так, здесь у нас английский язык, там никого нету. Уверен? Эй, бочка, не мешай. Привет. Ой, не то нажал. Это бочка. Что? Нашел. Отлично. Это нас уже четверо, да? А Димас, я ведь прошел. Еще троих. Давайте сюда. Так, подождите. Это что у нас за класс? Это география. Ребята, напишите в комментариях, у кого такая школа. Вот мы сейчас играем подписчиком. Он сказал, что у него такая же школа, как мы сейчас вот записываем. Да. Ну, правда. Не совсем. Ну, похоже, да? Планировка похожа очень. Да, очень. В туалете никого нету. Блин, офигенная нычка была бы, кстати. Ему не забывай, ты можешь еще невидимым становиться. А это никак не влияет на то, что я все равно могу убить. Но это все равно нечестно будет. Ну как нечестно? Ты слушай внимательно. У нас есть возможность. Чайник за тобой летит, Дим. Мы здесь еще не искали, да? Ой, прикольно, смотри. Пока, Данила. О, что это здесь за комната? Отлично, Данилочка. Видишь, какая там комната все фиолетовым подсвечена? Да, я видел. Прям жирно, жирно все. Да, все жирно. Так, стулья. Я же, ты понимал, он прям под моей нычкой прятался. Так, а ну что у нас тут? Кстати, тут есть еще этот спортивный зал, надо его тоже найти, там полазить. Я знаю, где он. Да? Я его сейчас ищу. Я вспоминаю, где, в каком я комплексе нахожусь. Подожди. О, привет, плагин. Так, а вы там все двери пооткрывали или нет?
Они сами закрываются. Да? А, блин. Помните, есть такие карты, где двери не закрываются, мы видели, где мы были. Да. Хорошо. Спускаемся на этаж ниже. Мне кажется, здесь кто-то еще есть. Мне кажется, кто-то может в кустах прятаться. Возможно. Кстати, хорошая идея, да. На улице можно запрятаться хорошо так. Так, а что у нас тут? А может вообще кто-то на крыше, например? Блин, нычки вообще здесь шикарно. Слазите с карты, отличнейшая. Мне так она нравится. Прям Дим, круто ты все. Ты еще проверяй крышу. А я уже там был, там камера стояла. Камера? Он отвлекает внимание, чтобы ты понимал. Он где-то, значит... Ой. Может, кто-то под столом может спрятаться? Нет, там. А ну-ка, здесь. Прям по порядку все обыскал и не нашел. Значит, надо идти в другую часть карты. Другую? А вот у вас школа разделена, как в этой части, да? У вас там и там учатся, или с одной стороны да. Тоже там что-то другое? С одной стороны физра, с другой, ну, все остальные предметы. Димас, ты уже в следующей, на третьем этаже? Не-не-не, я сейчас выхожу на улицу. О, на улицу? Так, где ты, Димас? Подожди. Котелок летает. На улицу сюда вроде бы, да? Да. Он где охрана? Отлично. Так, ну что, идемте тогда в другую часть карты. Давайте еще улицу здесь обыщем. Улицу, хорошо. Не надо обыскивать. Да, я нашел спортзал, там никого. Нема в спортзале? Блин, я хочу в спортзал попасть. Так, а как же открыть калитку? Кто живой? Второй этаж, спортзал. Отлично. Кто живой? Так, смотри, получается Бульбазавр и я. Вы вдвоем еще? Да. Эй, пацаны, давайте их искать. Ну да. Блин, а в этой части на другой половине все закрыто, двери не открываются. Ну бывает. Давай. Мы где-то, наверное, хорошо спрятались. А вы знаете, пацаны, вы, наверное, сидите на крыше, я так думаю. Надо на крышу валить. Ну, может быть, кто-то. Не может быть, я даже уверен, что вы на крыше. Так, сюда нельзя зайти, да? Ну давай, Димас, я. Я иду. Так что же. О! Я тебя полю с черепом. Блин, подожди. А как сюда подниматься наверх? Как на крышу зайти? О, Гусяняк умер. Да не, блин, у меня было такое. Еще один остался, да, Телепиздрик? Да, я. Отлично, ребята, отлично. Ты молодцы. Димас, он возле моей нычки. Плагин, помнишь, где ты меня нашел? Так, да. А ну давайте поднимаемся он наверх сюда. Стрел. Так. А ну здесь есть что-то? На нету. Второй этаж. На втором этаже кто-то тоже. Никого нету? Да а вот, подождите, на крыше у меня... А, блин, то ветка. Нам показалось, что кто-то бегает там. А может, он на дереве? А может, они на дереве. Надо, короче, залезть и прям хорошо вот так посмотреть на карту. Или поводить прицелом. Может, никнейм, да, подсвечится, если они где-то на деревьях сидят? А, блин, толстая жопа, упал с крыши. Нет. Нашли? Нашли? Где он? Дима, отстань. Это не я. А где они? Полети инфу, кто это? Где? Да можно? Да нельзя, блин. Уча нычек всяких. Ребята, он где? Он где? Да. А вот я сюда можно? Может, они тут сидят еще? А, нет. А, вот нычка была жирная. А, да. Ребята, да здесь нычка была такая шикарная, вы даже не представляете. А где? Да, я в следующий раз, если мы на этой карте еще записывать когда-то, то я буду здесь ныкаться. А, все, теперь мы знаем, где ты будешь. Ну да, вы ж на ролике-то увидите. А ты вырежи этот момент. Убили? А нет, это другой, это тот самый. Да, мы что, одного не можем поймать? Да. Одного? Я прячусь мастерски. Получается, ты самый лучший игрок в этой серии. Нет, он просто... Если ты продержишься еще минуту хотя бы, то ты будешь лучшим игроком. О, здорово, Плагин. Я сзади. Средняя общественно-образовательная школа номер 666. Нифига себе, нормальный номер школы. Страшно. Ну-ну-ну. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Пацаны, ну что, где вы видели его последний раз? Приметы. Ну да, кто там был Бульбазавр кричал, кто-то его походу нашел, а потом кто-то сбежал. За мной. Тю, блин, я думал, это игрок. А кто это был? А я не знаю. Какой торм. Может быть, это Растишка Мэн, который это молчит. Реально. Так, все, берем плюш трапа. Я, короче, Мерседес при этого директора съел, ничего страшного. За что? Я нашел его! Где он? Нет, не нашел. Где он? Не нашел. Так вы его убили или нет? Да, я его убил. Так, ну что, пацаны, давайте дуэль. Каждый сам за себя в школе. 5, 4, 3, 2, 1. ПВП дуэль.
Аниматроники, битва в школе. Я кого-то видел. Ах ты ж крыса. Отлично, молодчик, молодчик. Крыс, я даже не взял. Данила, я тебя видел. Отлично, отлично. А ну иди ко мне, мой сладенький Дима. О, иди, 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 иди. Отлично. Ребятушки, ну что, надеюсь, сегодня я побежду хотя бы в дуэли ПВП. А он уже умер, Чебузавр. Ну что, я выиграл или нет? Да. Нет. Еще кто-то есть? Нет. Ребята, я выиграл, так? Взрываю не очень большую бомбу. О, Диман, кстати, нашел. Не надо, Диман. Ах ты ж. Во. А что так просчитывается долго? Не знаю. Так, а где был взрыв? Ой-ой-ой-ой, горит все, смотрите. А где ты? А, точно. Красиво. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрите мои ролики еще. Пока.